Сначала юные спортсмены соревновались между собой в своем детском саду. Победители этого отборочного этапа удостоились чести представлять свое образовательное учреждение на состязании с соседями. И вот лучшие из лучших приехали в 12-ю школу, чтобы окончательно расставить все точки над «и» и выбрать самый спортивный детский сад города Одинцова. Сегодня у нас финал. Этап завершающий. 8 команд у нас представлено сегодня в зале. Самые активные, самые быстрые, самые веселые, самые дружные команды. Прежде чем перейти к командным соревнованиям, юные олимпийцы посостязались индивидуально. Они прыгали, бегали, кидали мешочки на меткость и делали упражнения на пресс. Настроение у всех спортивное, готовность соревноваться стопроцентная. По судейскому свистку детсадовцы поехали строить дом. Правда, с управлением грузовиком удалось справиться не всем. Также быстро и ловко они передавали друг другу мячик и раскладывали предметы. Невооруженным глазом было заметно, спортсмены готовились к спартакиаде основательно. Каждая команда стремилась к победе. Накал страстей в школьном спортзале был нешуточный. По итогам всех соревнований больше всех баллов набрали воспитанники 57-го детского сада. Именно они заняли на спартакиаде детских садов «Юный олимпиец» первое место. «Потому что мы были один за всех и все за одного», – так объяснили свой успех победители. Мы были как одно целое, мы помогали друг другу, мы болели за друг друга. И поэтому мы не проиграли. Самое главное – это быть за одного, быть как один. Мы в течение года тренируемся. Наши дети очень любят заниматься, и мы тренируемся и в зале, и на улице. И поэтому нам не составляет труда занимать первые места. Но без награды в этот день из школьного спортзала не ушли и те, кому не нашлось места на пьедестале почета. Кубки участников спартакиады детских садов «Юный олимпиец» получили все команды, которым на этот раз не улыбнулась капризная фортуна. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».